Союз «but» переводится на русский язык как «но» и используется для обозначения контраста или противопоставления. Например, «tired, but happy» – «уставшие, но счастливы». «But» переводится как «но», «но счастливы». «Rainy, but warm» – «дождливый, но теплый». «Difficult, but interesting» – «сложный, но интересный». Например, «The book was difficult, but very interesting» – «книга была сложная, но очень интересная». Союз «but» в этом случае переводится как «но» и используется для противопоставления. То есть, несмотря на то, что книга была сложная, она была интересная. I like art, but I don't like maths. Мне нравится искусство, но я не люблю математику. But используется и в этом предложении переводится как но. The river is narrow, but very clean. Река узкая, но очень чистая. И в этом предложении для контраста и противопоставления мы использовали союз but, но.